Разминка, внимание к осанке и правильное выполнение упражнений – вот то, что помогает избежать травм при занятии спортом. Об этом на семинаре для тренеров молодежных команд. Представители баскетбольного клуба «Химки» рассказали, как работать с юными спортсменами. Семинар проводим во второй раз. Первый опыт у нас был в прошлом году. Все сложилось достаточно неплохо, интересно, и появился запрос. Мы сделали второй в этом году. В этот раз у нас акцент на специальную физическую подготовку и тема семинара «Аспекты специальной физической подготовки. Вопросы и решения». Среди экспертов – тренер команды «Химки» Подмосковья Михаил Соловьев и специалист из Словении, тренер по физподготовке БК «Химки» Юры Дракслар. Объяснили, как адаптировать растущий организм к высоким спортивным требованиям. Бесценные знания, заряд и мотивация, но кроме этого – сертификаты от баскетбольной академии. В семинаре приняли участие тренеры детско-юношеских команд Подмосковья и других регионов страны. Всего около сотни человек. Это важнейшие аспекты именно для начинающих тренеров, потому что самое главное – правильно научить. А в дальнейшем уже спортсмен постепенно это применяет в своей практике. Правильное положение стопы, правильное положение бедра, передвижение – это из всего этого складывается как раз-таки правильная биомеханика. Активное участие в семинаре приняли команды «Химки-2» и «Химки-Подмосковье». Как правильно тренироваться, знают не понаслышке. Месяц назад «Химки-2» получили статус чемпионов единой молодежной лиги ВТБ, а на прошлой неделе в Сочи стали лауреатами национальной премии «Спорт и Россия», победив в номинации «Лучший молодежно-спортивный проект года». Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.